В следующем году в Краснодаре планируется продолжить возведение трех масштабных долгостроев. ЖК «Мир», «Луч» и «Заря» строила одна и та же компания. Людям должны были начать выдавать ключи от законных квадратных метров еще 3 года назад. Но со своими обязательствами застройщик не справился. А сейчас генеральный директор компании находится в СИЗО и рассматривается вопрос о банкротстве фирмы. Все литеры уже изучила специальная комиссия, которая постановила, серьезных нарушений нет. В первую очередь это восстановление проектной документации, разработка в полном объеме рабочей документации, изготовление исполнительной документации и, соответственно, определение итоговой стоимости завершения строительством объекта. Впоследствии уже это будет понятно, объем недостающих средств и компенсации в соответствии с краевым законом и федеральным. Свои квартиры ждут более 1200 дольщиков. Причем львиная доля квадратных метров – это небольшие студии, в которые жители в свое время вложили последние деньги. После встречи с Андреем Алексеенко люди воспряли духом и даже предложили варианты, как распорядиться коммерческой недвижимостью, под которую в домах отведено по 2 или 3 этажа. А на этом можно разместить социальные объекты. Вот не так давно губернатор говорил о том, что если не хватает детских садиков, там прочее. Ну, 1500 квадратных метров, я думаю, что есть чем занять. Благодаря вмешательству кубанских властей в регионе ситуация с обманутыми дольщиками идет на спад. Удается найти для продолжения строительства инвесторов, привлекаются краевые и даже федеральные средства.